Библейский портал экзегет.ру представляет. 29 глава пророка Иремии в переводе Луки Маневича читаю для библейского портала Экзегет. Ну вот Иеремия пророчествует в Иерусалиме жителям, правителям, священникам этого города. Но ведь уже мы знаем об этом, часть населения выселена в Вавилонию, то есть это в основном элита, да, то есть значимые люди, чтобы как-то обезглавить Иерусалим, чтобы не могли там они поднять восстание, в Вавилоне они высылают всех значимых людей куда подальше. И что же Иеремей будет с этими людьми делать? Он им пишет письмо. Потому что ведь его пророчество касается всех иудеев, не только, вообще на самом деле, все народы, но иудеи в особенном смысле, не только те, кто живет в Иерусалиме. Вот письмо, которое пророк Иеремия отправил из Иерусалима тем старейшинам, что были среди пленников, а также священникам, пророкам и всему народу угнанному Новоходоносором из Иерусалима в Вавилон. После того, как царь Ихони, его мать, евнухи, вельможи иудеи Иерусалима, ремесленники и кузнецы были уведены из Иерусалима, отправлено было это письмо через Ильясу, сына Шафана, и Гемарию, сына Хилкея, которых садыки и царь Иудей послал в Вавилон к Новоходоносору, царю Вавилонскому. Ну, понятно, тут с Вавилоном все-таки ведется дипломатическая переписка, а Иеремия от себя добавляет для изгнанников. «Так говорит Господь воинств Бог Израиля» всем изгнанникам, которых изгнал я из Иерусалима в Вавилон. Ну, во-первых, напоминание, что это Господь переселяет, а не только вавилонские власти. Дома себе строите, в них живите, сады разводите, плоды их ешьте, жен себе возьмите, сыновей и дочерей рожайте, сыновей своих жените, дочерей выдавайте замуж, чтобы они детей рожали. Размножайтесь там, да не станет вас меньше. А, кстати, э, стратегия выживания. Что плохого в этом выражении? Еврейский народ, кстати, так и живет, рожает детей в любое трудное время. И, в принципе, довольно правильная политика, потому что все остальное, ну, может и перемениться. А вот если детей не успел вовремя нарожать, ну, это уже никак не исправишь. «Желайте мира тому городу, куда я изгнал вас. Молите Господа о том городе его. Если в нем будет мир, то мир будет и у вас». Тоже хороший принцип. Да? Они изгнанники, они не относятся к Вавилону. Они из него хотят уйти и уйдут рано или поздно. Но пока они там, пусть в Вавилоне все будет в порядке. Да? Не нужно его изнутри разрушать, чтобы вызывать на себя гнев местных жителей, репрессии и все прочее. Так говорит Господь воин, Бог Израиля. «Пусть не обманут вас пророки и гадатели, которые среди вас не слушайте, сновидцев с их снами. Эти люди вещают вам от моего имени ложь, я не посылал их». Что они говорят, мы не знаем, но ну, весьма вероятно, что-то противоположное. Там, начинайте партизанскую войну, например. «Так говорит Господь, когда минует 70 лет отпущенный в Вавилон, я позабочусь о вас, исполню для вас мое слово благое, верну вас на это место». Ибо только я знаю, что я предначертал вам, говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду. Вы призовете меня, пойдете и будете мне молиться, и я вас услышу. Будете искать меня и найдете, ведь вы всем сердцем будете стремиться ко мне. Я явлюсь вам, говорит Господь. Я верну вас из плена, соберу вас от всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь. Верну вас туда, откуда я изгнал вас. Вы говорили, Господь дал нам пророков в Вавилоне. Ну, он описывает будущее и тесно связывает возвращение из Вавилона с тем, что народ изменится. Да? То есть не политика Вавилонского государства, не геополитические расклады, хотя они изменятся, Вавилон будет завоеван персами и медианами, но все зависит от того, как живут они сами. Вот их узнали в Вавилон, они думают, мы там пленники, от нас ничего не зависит, что мы можем, великая Вавилонская держава, мы ничто перед ней, так и есть. Но если мыслить категориями человеческого общества, да, если же подумать о том, что у Бога с этими людьми свои отношения, то в отношениях с Богом они могут исправить очень многое, а значит, исправятся и на внешнем уровне. Когда приходит в голову мысль, да что от нас зависит, да мы ничего не можем, да все предопределено без нас. Вот хороший пример. Так говорит Господь о царе, который восседет на престоле Давида, о будущем царе, восстановленной Давидовой династии, и обо всем народе, который живет в этом городе, о ваших братьях, что не уведены с вами в изгнание, то есть об Иерусалимлянах. Так говорит Господь воинств. Я посылаю на них меч, мор и голод. Я поступлю с ними, как с гнилыми смоквами, которые столь плохи, что нельзя их есть. Я буду преследовать их мечом, голодом и мором. Я сделаю их примером страшным для всех царств земли. Обреку их на проклятие и ужас, на унижение и позор среди всех народов, куда бы я ни изгнал их. Ибо они не слушали моих слов, говорит Господь, которые я посылал им через рабов моих пророков, посылал вновь и вновь, но они не слушали, говорит Господь. А вы, изгнанники, которых отправил я из Иерусалима в Вавилон, слушайте слово Господне. Вот, получается, изгнанники думают, им не повезло, а на самом деле их судьба лучше, чем судьба тех, кто остался. Мы часто не знаем, где нам будет лучше. Так говорит Господь воинств Бог Израиля бахави сын сыне Калаиб, и седыки и сыне Маосии, которые вещают вам ложь от моего имени. Я дам их в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он убьет их у вас на глазах. В память о них появится среди иудеев изгнанников в Вавилоне такое проклятие пусть Господь сделает с тобой то же, что с и Ахавом, которых царь Вавилона изжарил на огне. Ничего себе! Буквально ли это надо понимать или э, здесь описательно? Так, ну, наверное, все-таки описательно, да? Не то, что их буквально вот пожарили. «Ибо творили они гнусности в Израиле, прелюбодействовали с чужими женами, говорили от имени моего ложь, то, что я не повелевал им. Я знаю это, я тому свидетель». Вот, собственно, их вина, она вполне ясно тут определена. «Скажи, Шимае из Нахелама, так говорит Господь воинств, Бог Израиля, самовольно послал ты письмо всему народу Иерусалима, священнику Сафонии, сыну Масии и всем остальным священникам» ну вот тоже лжепророчество, да, когда от себя пророк говорит то, что людям приятно слышать. В этом письме говорилось, «Господь поставил тебя с священником вместо священника яды, чтобы ты надирал в доме Господнем за одержимыми, которые берутся пророчествовать, чтобы ты надевал на них колодки Якова. Почему же ты не остановишь Иеремию из Анатота, который у вас пророчествует? Ведь он отправил к нам в Вавилон такое послание. Долгим будет изгнание, дома себе стройте, в них живите, сады разводите, плоды, разводите, плоды их ешьте». А священник Сафония прочитал это письмо пророка Иеремии. Соответственно, вот переписка идет, когда те, кто изгнан, пытаются руководить жизнью в Иерусалиме и, в частности, хотят заставить каким-то образом заткнуть рот Иеремии. «И было Иеремии слово Господне, отправь послание всем изгнанникам». Так говорит Господь о Шимае из Нахилама. «За то, что пророчествовал вам Шимая, хотя я не посылал его и внушил вам ложные надежды, за это, так говорит Господь, я покараю Шимаю из Нахилама и его потомков. Никто из его потомков не будет жить среди этого народа, не увидит благо, которое я совершу для моего народа, говорит Господь. Ибо Шимая говорил вопреки Господу». Вот э, дилемма, которая стоит перед пророками и не только перед Иеремией, пророков тут много, они все время упоминаются, да? то есть это все-таки некоторое служение, иногда даже, пожалуй, профессия этим занимаются изо дня в день. Либо говорить то, что хочет услышать народ, и все будет у тебя в порядке, либо говорить то, что Господь тебе повелел, но тогда у тебя на повседневном уровне мало будет хорошего, а будут сплошные проблемы. Но в конечном итоге понятно, что восторжествует правда, и человек, который говорит эту правду, он окажется в более удачном положении, чем тот, кто от имени Господа вещает приятное вранье.